Так у Бобы нужны ноги? Нет. Да. Ему нужно хоть что-нибудь, да? Понятно, хорошо. Да, он сказал либо плечо, либо этот, ну... Не ври, ничего, ты лагаешь. Ученый сегодня выглядит, обязательно сказал забрать штаны. Ты заебал лагать, наверное. Ну. Поменяю у себя там регион или что там будешь делаешь. Квартиру. Невер, перейдись куда-нибудь. Я у Мири 34. Ну, Кубабу я отдаю. Поприор тоже вышел. Демона нужно апнуть 25-ку. А что у нас Алмерия без 5-го до сих пор? Или без 4-го до сих пор? Ну так не падают токены, блин. Алмерия, а что? Да, да. Я РБК фармил. Я уже почти нафармил. Или Сэмми фармит. Сэмми тоже дает значки. Очень хорошо. Штаны дали Кубабу? Кстати, сколько колды ты слил на токен? Короче... 5, если не ошибаюсь, где-то около 20-ки. 20к всего? Рублей? Да. Нет, голды. Да сколько было изначально? А сколько тебе токенов нужно, ну, баджиков нужно было? Ну, у меня 0 было, и мне чего? Нападало 240. Тебе так напрокало? Где-то 13-14 ключей выбил. Охуеть. 13-14 ключей стоит 20. Да он тут? Это прям космические проки у него были. Я как налутал, я, блядь, охуел. У меня да, был брал, да. Брал больше 100 на эту хрень. Да. Тут, я, тут? Типа, порядка 20 тысяч на один ключ тратил. Да, он. Да, я тут, наверное, блин, на чём? Ну, типа, я помню, говорю. Я помню, 100 у бро там в районе 10 ключей выносил. Говорил. Ну... Правда, последнюю вот сейчас пытался так наролить себе до, ну, типа, 280. Хуй там, блядь. Сумоньте, ребята, сумоньте, давайте быстрее. Сейчас у нас еще кража впереди и все такое. 20 тысяч потратил на последний ключ. Суслан, у тебя есть танк аспект? Не умеете сумоньте, хотя бы нажимайте. Ну, дизер. Сейчас, я загружался. Да, есть, но он там, блядь, такой каличный. Ну, 47 тысяч, наверное, будет. Нормально, пожалуйста. Там 216 или 215. Да, ты дашь штаны, я пересяду на Элема. На боссе что там у нас получается? В Бодифьюри тогда будешь в танке, будешь ему ботанчики, да. Окей. Сейчас я на Лема зайду. Лучше на ШП зайду. У меня есть ШП. А ну, я могу на ШП зайти. 25-ка стоит, да? Да. Ну-ка, сейчас проверим. Да пускай. Ну, кстати, на ШПшке не настолько же дам, сколько на Кубове. Ну да, ебать. Я тоже... Блять, у нас один ДК, на чемпах будет немножко... Ой, Нейвер, давай на Шамана. Да, я заходу уже на шамана. Если бы ты мне раньше отдал, я бы раньше шел. Так сказал бы. Ой, блядь. Подушите его. Саня, а ты знаешь баг на этих, на чемпах? Какой? Чтоб тебя не били эти мобы. Ну-ка, покажу. Подожди, Невера, как тебя зовут? Серега. Сейчас смотри, короче. Неважно. Пора. Подводишь сюда вот, как стеночку стоишь, идешь, они сюда забираются, они не агрятся и не бьют тебя, они просто стоят и слакуют. Не, давайте без багаюзов. А, да, давайте без багаюзов. Я никогда не добирал багаюзов. Так, Ренбризер, ты чест забираешь? Да. Да. Все, он же тебя бисовый, по-моему, как раз. На. Дон вчера вар забагал. В принципе, так-то чест Т4 и роги заходят хороший. Ну, мне только ноги не нужны. У тебя ДК-шки есть. А Рингбизер первый раз пришел в рейд вообще. Да, а он... У нас всегда было, тот, кто приходит первый раз в рейд, он остается без лута, если кому-то что-то нужно. Тихо. Ну, забирай плечо. Ты хочешь от твинков одевать, или ты хочешь одеть мейн состав? Да, он хочет твинка одеть, забрать 2Т4 на него сразу с рейда. А не тому, что не паладина, который пойдет, видимо, в мейн состав у нас. Так... ПГП сейчас пропишу. Схему. Так а валку может надо, не? А как нам твинов одевать тогда? Подожди, валк тебе надо Т4? Да ему на шамана, только на рестора. На третий снег уже. А, перчи с груа дам, да.
И все-таки я не понял, почему грудь отдали человеку, который первый раз в рейд пришел. Потому что... Потому что ты... Я тебе скажу, потому что ты рогой не попадешь в мой состав, правильно? Почему? Потому что ты на ДК будешь. Блять. Ну, у нас две 25-ки. Мы про ЕВКшку говорим. Я про ЕВК сейчас конкретно говорю. Ну, на текущую ВК пока один, я, естественно, буду мейном ходить. Ну вот, и он будет у нас рейд заряженным мейном ходить, в чем проблема? Или ты хочешь его через полгода одеть, блядь, и... Да нет, просто, блин, правила меняются, прям как... Правила поменялись, когда вот ВК вышло, и у нас не хватало людей с Т4, и поменялись правила на консулу, именно такие на Т4. Охуеть придумали. Первого босса не закрываем, конечно. Так, ну, конечно, их именно придумали, потому что мы первого босса не можем убить, потому что у нас не хватает, блядь, ДПСа, танкования, нахуй. Вот, допустим, я смотрю, у меня не хватает одного куска, блядь. Если он выпал, я бы его себе забрал бы, грудь, допустим, на Т4. Потому что нужен рейду майсейф иногда. Так у нас, если вы хотите прогресса, блядь, если вы хотите прогресса, делайте это, как мы считаем нужным. Если вы хотите топтаться, блядь, два бычка, пожалуйста, нахуй. Все в основном гильдия хочет прогресса. Если у кого-то три шмотки, четвертая шмотка... Да, блядь, вот это твинка, алё, камон. Ты чё споришь на мейн, а тут твинк, ты чё споришь, не пойму. Спасибо. Он любит спорить. Или просто не догоняешь, блядь, потихоньку. Ебать, блядь, упачишь. Потихоньку же. Это не про мам. Мам мне сказала. Так, вот ты кинул сумму сейчас. А, да, приставь сумму, не надо. Ебал. Ну, 4Т4 есть. Серьезно, давай мы оденем хорошего паладина в рейд. О. Интересно. Сейчас это покидает гильдию будет. Да, похуй на него, блядь. Да, хорошо. Пойдем дальше. Будем еще бегать за сранцем. Да не, конечно, нет. Долбоёбы, блядь, не понимаешь, что нужно мэнов одевать, блядь, эти спеки себе подзывают, конченые. Шкаф, шкаф поставьте. Так у нас... Не, вал, наверное, нужно было. Если не ошибаюсь. Да, у нас ретпиков, кстати, очень много. Ну, зачем пятый? Я, допустим, на замене сижу, а вы как бы нового одеваете. Ну вот, вместо с тобой еще один кто-нибудь будет сидеть на замене. Не, у меня... Проблема в пухе, я не могу ее заролить, ну, потому что я по априору не прохожу, все. У меня она, во-первых, быстрая, во-вторых, бомжовая. Я из-за этого не могу выдать ДПС, ну, нормально. А какая у тебя пуха стоит? У меня вообще с этого, с Ульдуара. 203, ну, это... 34. Ну, у меня 200... 32, ну, минус еще один на этих, нормально. 226 там левел, я дал сейчас 7200. Так, я здесь трафал. А 7200 это не ДПС мэн, это я как бы даже, ну, я... Ну, я так тебе скажу, ну, для 0Т4... Все, давайте спорить. На 7к в мэн составе это не ДПС. Блять. Господи, вы можете успокоиться? Давайте серьезно? Босса убьем. Мы пришли ведь босса большого, давайте босса убивать. У нас 6 ретриков активных, по идее. 6 ретриков активных? А ты ретриком дамбишь? Сука, ты рейнбейзер давал, блядь, 2Т4, 2Т9, блядь. 2012-13 там? Да. Тут вы дадите в Т4 12 кдпс? 2Т4, 2Т9. Да, у ретрика ротация стандартная, там, ну, а... Так, у вас сумма еще ретриков тут? Что, все тут? Давайте, че на пол? Так, я пока... давай в... то самое... кто-нибудь в танка... Войди, давай, наверное, в танк, в танчика. Такими темпами надо исполинам ДС-шку собрать. Т4.
Невер готов? У меня вылетело, сейчас зайду. Важно. Че, минус еще один нытик с гильдии? Да. Кто ли он еще? Сам. Не, никто, паук только. Так еще и я есть. Ой, да ты что, посмотрела? Особое место. Задумайся ты следующий. И Гудлик. Я волонтер. Да. Невер готов? Дед Бич. Невер, видимо, заходит, раз персонаж пропал. Я захожу, да, уже вот загрузочный экран. Ну, у меня быстро теперь относительно. Уже так, половина. У нас Кокси, кстати, есть или нету? Относительно личности? Нет, нету. Так, значит, не расставишь токен на Мелихас. Хорошо. Добро пожаловать. Подожди, Волс, может у тебя есть просто Фрост? Что там за ИВК? У меня есть, да, Фрост. Нет, я ничего не болю. А, кстати, кто там это, милый? Ты, по-моему, голову, Груан, колечко ролил, да? Да, Декан, нажми горн, пожалуйста. Урин Бизеру. Если ему нужно. Бризер тебе нужно? Ну, если дадут, то окей, давай я возьму. Мне на мага нахуй. Мне этот твин как не умру. Пойдемте в эспекьюер, чему ты сидим? 10 секунд. На Бьерна на пул даю, в центр танчим. Вадя, ты сейчас в этом в танке, да? Вижу. 3, 2, 1. Босс в центре стоит. В лужах не стоим. Кастеры подальше хилуем боссов, снимаем, не забывайте. Лужа. Ух, туда вот. Это я в мелизону подошел, смотрю. Мне РТДшный игрок перескидывался. Хорош. Дай БР, пожалуйста. О, арок. Води. Какие у вас, Невер. Как вы дохнете, блядь? Потом встанешь крестом. Да. Сука, лужа больно будет дамажить. Забираю. Давай. Встанешь, Невер? Да, встану. Поднимите. Тут она Мелихас поставил должен. Я поставил. Что-то снобль я попросту ставится. А кто там с снобльтом стоит? Со снобльтом, пожалуйста, в мелизону. Какому снобль висит? Снобльт. Так, вот, забери тот, который стоит на месте, я этого возьму двигающего. Пробав эти шаманы быстрее. 5, 4, 3, 2. А в сторону сюда туда лучше. Геро дайте. Геро. Угу. Ой, там. Опять ты не так стоишь, ну чё ты в этот угол забиваешься? Тебе похуй на милишников, что ли? Пихил. Так, замороженное есть? Подойдите ко мне, пожалуйста, исполин карму. Исполин только. О, бля, там сердце зона, сейчас их разморожу. Прохил, приеду. Гимна ХП, дайте. Всё, ко мне не бегите, у меня дебафа нету. И не будет. Ебать, всё, есть дебаф, возможно. Да только я один вот в центре стою, вот. Я походу. Вижу. Чё ты так ходишь? Так, ещё там, всё, найди фуд. Бьёрн, не фуди. Бьёрн. Всё.
Стой, забирай этого и стой на месте. Просто поверни его от рейда. Так, забери... Так, я заберу этого, который двигается. Добивайся его хпшного, подрожжа, блядь, не стоит, дайте на пул, блин. Я Войта отдал на пул. Зачем ты его даешь стоящего? Там лужу было не разлить, разливать лужу. Я не стоящего, я вот это... Тихо, лужу. Паралично, мне, если что, разморозится, рейнджу возьмите. Вот, зачем ты его затанцил? Все, раз, мелизона пошла, массакр, дайте массакр, либо да уж и поздно. Уходите. Если... Чё с вами с дисциплиной, успокоились, все. Я сейчас КП нахуй просто буду давать все, блядь, и будете все молчать спокойненько. Заебали вы меня. Подрожжи вышли, на пул на меня дали. На пул на меня дали. Дом, ГП сейчас дам. Вадифюри, зачем ты забираешь? Если я его, сука, забираю, его отворачивать нужно от рейда, блядь. Подрожжи вышли. Я автоатакой бил. Исполин, выйди. Лужа аккуратненько сейчас будет. Нельзя на лужа, выходим потихонечку. Подрожжи не забегаем. Флешка цел, красавчик. И в этот момент выходит у нас рев, да? Да. В хэнке. В обычке даже не закрыли. Не успели. Так это... Флэш... Нет, у них не столько хп. У них хапнуто. Забери Войт его. Так ты же не мейн состав. Ничего. Только на солянку. Светишь. Хотя сколько там хп отличие, в принципе, не знаю. Там... Ринжу взяли, ринжу. Все ринжу взяли. Дебафами, прохил при этом дали. Гимн на хп дайте, шпшки. Альянс, давайте встанем сейчас. Донт, начинай с топло. А КД? Я по КД их отдаю. Сейчас можете беспокойненько убираться. Ебать, вы по счетам альянс стоите. Да-да, стоите, вы вообще ужасно. Давайте со стороны ворот, сейчас в них полетимся просто. Да ни у кого здесь нет в рейзе. Сейчас на ком метка будет черри подходить, не забывайте. У нас дедбоди без каски, а черри подходим вправо-влево. На пул дали. Да еще скол. А можно не жать. Вон, плюс еще за хуйня. Можно не жать, я ноль полил. 200 тысяч разницы. Сейчас бабка. Лапу инту можно потом хотя уже потом. Нас сыра урнали, дайте. Прихил приеду. Встань, блядь. Прихил. Куда забежишь? Давайте экзекутка. Лед отдайте, я мастера уже. Да, дайте ему лед освободите. Поставите мастера. Бери лед. Потом просил. Готовьте. Мастера дали. Бля, я душа. Весь рейд в одном. Фридом по себе стоит. Дай. Фридом по себе давай. В следующий раз все палы. Там талант нужен. Ой, блядь, пиздец, нахуй. Сразу разбегай, такие во в сторону беги. Право, либо влево. Все, выбивайся, босс. 15%. Фрейд по хп поднять быстрее.
Так, забери. Что Хэмишу обычки тоже будет. Так, что там упало у нас? Вставайте, заходите сразу тут. Вот. Зорг, дай мне какой-то магический баф. Ща, отъемся, мам. Да у тебя маля. Не. Блять, мне тут пишут, шмотки зарял, продаете. Нет, ничего. Сразу это самое. Байт на бан, чтоб заскринили и это самое. Мне закинули в банчик. Агенты, да? Подосланные. Да. А мне продашь зарял? Питч, ремпризер, вам нужны щиты? Блядь. Давай, похуй. Дербич, у тебя есть танк аспект? Так у него этот, с грула щит, по-моему. А, у него с грула щит. Да, ремпризер, давай. Чё, блядь, не этот ЕП не полутал, уже, бля, ГП вагон. Так всегда было. Что ты соло затанчишь? 20% стресс. Да, конечно, затанчу. Да, я соло спекайся. Угу. Ты же, ты вроде богатый человек, у тебя пятая випка. Иди купи себе еще что-нибудь, пригу героическую. У меня чуть-чуть осталось до 30-й. Ну, до 6-й випки. Так пойди купи. Блять. Не, я сейчас уволился с работы, не хочу пока что. Денег нет столько. Отдай все, что у тебя осталось. Нет. Я и так Варкрафту отдал все, что у меня есть. 11 лет ебаных. Нахуй еще больше. Ты типа профессионал? Ты типа можешь типа объяснить, как играть, правильно? Нет. Кстати, это самое. Там можно банить теперь, да? Где? Этих вот мелких сейчас. Да, их можно, да. Их можно банить, да? Раньше же нельзя было. Не, можно. А, это в гере нельзя, да? Банить? Да, в гере тоже можно банить, их фирять нельзя, не починить. Нельзя их банить, наверное. Там же исправили, что там писали. Опять? Исправление на исправление? Да не опять, снова. Это сначала убрали то, что бабл, блядь, это скидывает. Притворяешься как смерть на это, блядь, ебаной хуйне, на ласте. 10 секунд. 5, 4, 3, 2. Сразу с напулов начинаем быть. Кстати, прибоел, блядь. Долго ты вспоминал. Лок. Да сейчас захилите, алло. Почему ты дышишь без захила? Давайте хилите, его быстрее сейчас взорвется. Знаки тырим. Я не вижу ни на ком. Да уже, ну, все. Уже все. Я могу говорить. Напоминаю, череп надо захилить, чтобы дебаф спал. Так, все. Цирка прохил. Текила побежала, беги. Текила, беги. Выноси меточку. Все, иди, беги, хиль. Инферал, готовься сейчас выхиливать. Инферал, он собирается сейчас? Включай поставить. Стану дайте там какие-нибудь. Мастан, паладина. Там. Блять. Я покину тело нажал. В дефюре дай БР по Дедбичу. Цирка прохил. По Дедбичу флори баф дали. Все, этого моба в НК не держите. Сейчас я заберу его.
Господин вышел. Дайте гимноману. Гимноману дайте, пришли. Так, где там для служа, не вижу. Великий, получается, урон. Так, следующих мобов просто баним и добиваем просто. Апсик вышел с леди. Не лутайте сразу, пожалуйста. Исполин на прохил. Так и. Порвал себе ДПС. Вот Сузу вчера наворовал на один был, да? Ну да. Я отвечу. Только не ладайте сразу, пожалуйста. Фейку прохил. Текила побежала. Зачем сорвется? А можно мало ман милому? Нет. Саки, ну точно. Локи баним. Локи баним. Первый голем. Второго кару, третьего дрищ. Мирюзон один. И раз вышел с вида. Так, один с бана вышел, возьмите его обратно. Зауешь на Мирюзона. Фейку прохил. Ладно, поздно справился. Что, взорвалось? Не-не-не, просто уже отхилили. Саки на бочке. Сорки. Чё, блять, мне мана кончилась. Мне киллшот не долетел, босс. Этот, есть здесь у кого-нибудь? Ну как ты вспышку одна сразу долетает. Оставь, пожалуйста. Около ворот, около входа стал. Угу. Хорошо. Хуя себе 30 голда. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Успокойтесь. Ноги мне не нужны, если что. У меня топ нормальный, хороший. Так топ нормальный или хороший? Ну, блядь, пока что получше, чем вот этим. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Почему текилка в рейде, а Гугуша нет? Так Гугуша пусть идет встречу, у нас здесь вот есть свобода. Я про то же. Ой, я могу освободить, пожалуйста. Грустно. Он же траву собирает. А, ну, возможно. Так, я запускаю босса. Я запустил уже. Все, да, да. Так, у нас один дракарианца, давайте. Сюда, где там джитс не сагрит, нет? Ну, если джитс еще на этом сервере будет агрить. Всякое может быть, сам видел, что происходит на реве, блядь. В трупы вырезаются, блядь. О, где рыба? Так, Бесвет, приходите на ту сторону. Короче, знаете, где будете стоять сейчас? Скорее всего, вот тут. Я бы здесь. Где я стою? Ну, нас побегут. Нет, не побегут, если я сагрю, они сразу все на меня побегут, я их немножко отведу на ту сторону. Окей, давай. А, ДК, ты вытянешь череп сразу. Так, потом мы будем играть в квест. И там каких-нибудь. Потом, так, значит, опасно у нас. Раз. Ромбик, Рога. Клешни сядешь на ромбик. Если будет кастовать адское пламя, сразу сбиваем его. Так, опасная метка трус.
Овчинка. Так, и... Шаман у них хил. Так, все вроде бы. Паладин у них тоже хил. Друид. Так, давай, короче, Рома, сядешь на друида, побанишь его туда. Если он к нам вред подойдет, сам не иди. Если он к нам вред подойдет, сразу бани его. Так, значит, там шипы у них, шипы у них опасные. Если по хилам раскиньте, пожалуйста. Оптик, на тебе баночку на броню. Будешь меня хилить. Где ты там бегаешь? Ты считаешь шкафчик? Ага, теперь ты про меня вспомнил сразу. Ой, фласка ж, я же без фласки был, пиздец. У меня только что закончилось. Вот он, Гугуша сейчас придет. Срабатывает не чаще, чем раз в 15 секунд. А, ну, блядь. Хую. А множится этот урон от Триня? Нет, не множится. У-у. Он дает себе около 600... Так, сова, иди на место. Не-не, она там по-разному прокает. Бывает меньше, бывает больше. Максимум, то, что написано на ней самой, в среднем это 500 так, ДПС. Оптик, смотри, действуй по возможности. Если у меня сильно... Ты сначала лучше по 100 на всякий случай. Если на тебя сагрится, сразу бабл тыкай. Как все регулируется, сразу это самое. Переходи на рейд хилить. Так, у нас хилы, у нас еще лав хил. И спорим там есть. Так, шманы, не забывайте пуржить, не вержите, у нас единственный, кто пуржить будет, маги там, если что, воруйте через экран. Так, дальше, если срывается на вас, в случае чего, квадратики, трусы, это самые опасные мобы, сразу максимальнейший контрол. Фиры, корни, т.д. Так, ключи на пол. Гугушу чем не хватает. Гугушу. Сум, я все вижу. Пацаны. Блин, такой ник ласковый, красивый. Я для Невера старался. Кто? 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 Гугуша. Гугуша. Да? Если ради меня, Дон, начисли ему ЕП немножечко. Типа, завтра будет одетый уже друид. Зорки, он не писал. Он написал. Он написал, что ему грудак нужен на мейн на инфо. Это было 100%. Он не говорил это. Ну он не говорил, но он написал. Не, что ему грудак на мейн на инфо нужен, это да, но у него 4-4 есть. Да все уже не важно, уже человек вынес или ему грудак. Все. ДК, готовься, сейчас будешь тянуть череп в рейд. Я немножко откачу его, вы там немножко передвинетесь. Ну, я это самую пачку перетяну в другую сторону. Все, все готовы? ДК, на позицию. Сейчас будешь тянуть череп. Так, частицу повесил, все. Я сейчас под ампу выпалю. 5, 4, 3, 2, 1. Подальше отошли. Пока не двигаемся, ждем пока. ДК, тяни череп. Да, рано. Продал. Все, можете немножко сместиться ближе к черепу. Так, на вас пошли. Ага, все, норм. Нету таких. Так, ты хили, Павел, на меня пока сиди. Геру даем, нет? Давай, давай, давай. Меня. Бля, Невер, бля. Невер, вставай, 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 вставай. Нету. Хиль. Не останавливайся, просто хиль ностопом. Ностопом хиль. Потом в крестик играть, и крестик немножко приконтрольте. Ну как вы дохнете там, блядь? Там приста, и киньте приста, блядь, в овцу, не знаю, шипешку их, там, блядь, пытка ебашится. В центр не выходите, тряпки, блядь, на вас агрится, ну, другие мобы. Скоро череп там пойдет у вас, нет? Нет, еще падает. В крестик сразу играйте, в крестик рейд притянуть. Сползтильте. Зачем сзади? Крест. Крест, потом ромбик. Крест еще раз притяните, тряпки не выходите за доску эту.
Асмус Морста здесь не изовешь. Кому резко? Донта подними. А, стой, не поднимай. Подними Гугушу, Гугуша, поднимешь Донта. Гугушу, у тебя есть реагита на рез? Не, нету, я ж не готов был. Блядь, ебать нахуй. Дал ему рез? Ну да. Да. Ну вставай. Блядь, тогда. Ну видео будешь давать. Давай, ладно. Оптик, прожми еще раз банку на броню, если есть. Так, мага залили там? Почти. В шипешку играйте потом, сразу же. Врога сейчас конкретно на ромбике, сбиваем у косты все полностью. Что, маздиспел там? Маздиспел дали? Маздиспел. Бля. Блять, вот все гукуши нахуй. Да, блять, я... зато я урон. Каст, оку. Каст, все, сбили? Нормально. Гуша снова умер. Не душите гукушу. Убили крест? Нет, 600 тысяч. Нет, давайте быстрее, давайте. Пушите снова там забывайте. А, шмана попадает. Вообще хит, блядь. Залейте в оптику кто-нибудь с маной, кто может. Бог нальет. Убили. Все, давайте бейте шипешку сейчас череп. Черепок. Так, ДКшка, сядь на тоже на кромбик, позбиваем косты. Исприн, выбеги, косы не гимн. Выбеги нормально сейчас, пока есть время. Ману, кастуй. Да сука, чё он на тебя идёт, блядь, заебал. Извиняюсь, судите меня слова. Тыщ. Просто на Бьёрна идёт этот ШП. Да хорошо, пусть идёт у меня. Так, а чё он, блядь? Хера вы свои ауешки раз... Красноя, скиньте в Лока. Меньше поставал. Таунти типа КД моба. Просто тут таунт работает как урон. Это заебись просто. Лям. Лям, дам, да. Потом в Лока сыграете. А чё вал? А? Убили. Чё вал? Ну потому что ливнул. Не разобрали ситуацию, всё. Да. Комментарии излишни. Какой-то детский сад. Он ливнул, ну, парень, как бы, блядь, по своей... Ну, пусть ливает, без разницы. Человек не хочет на прогрессе, а хочет одевать свои спеки другие и там пятые шмотки, которые нахер ему не нужны. Что теперь, энх нужен? Зачем нам энх? Нам их не нужен. У нас ДК есть. Вот ДКшки. Не, Венг нужен чисто для 20% этих самых простых миризонов. У нас ДК хочет 25-ку. Че, хилов вырезаем, да? Да, вырезайте хилов, дерево притянуть. Да, шаман там, пускай шамана ебашит. Локи, поконтрольте дерево. Дрищ, самый сильный. Кто его контролит, я не знаю кто. Поконтроль, пусть дальше контролит. Все, это контролил Кавагранд. Блять, слово сложное. Донтик, дай эти слова, меточки расставляй. Да, вот так вот закончилось знакомство. Наверное, с Валком. Ой, бля, пацаны, хоро уже. А ты слышал, Бьёрн, как Невер с ним ходил в эту десятку? Эрелил недели три подряд, а потом казалось, что он у Валка был в бане просто, а он с ним три недели разговаривал. Гениально. Да, обидно. А потом, короче, когда он знал, нет, он так там... горел, он неделю в игру там... не выходил. Я просто. Ж с ним не разговаривал, я просто этот, ну понимаешь, там, я Эрелю, я говорю, выйди, блядь, из огня, не ходи в левую сторону. Сука, я ему объясняю, блядь, шесть пулов подряд. А потом говорю, Валк, ты меня слышишь? И типа, я понимаю, что ответа нет. Пишет чат, он такой, да я, наверное, замутил, у него там что-то хрипит в микрофоне. Еба. То есть это нет, это не один. Так, ДКшка, любые милики, можете загреть печеньку сейчас. Бабл сейчас будет. Это реально там недели две подряд было, там три, наверное, даже. Да это пиздец, анус, бля, сгорел. Все, печенька в рейд пошла, блядь. Мне чарнуться. Пусть разворачивается.
Ой. Все, печеньку, да, печеньку сейчас бейте. Зарму давайте там. Че, сейчас я начну тут пугариды водить, сейчас я немножко пополню ряды гильдии. Желательно 235. Не, я пришел, посмотрел, блядь, что-то ужасно какой-то, тут половина ДПС. Ну, в плане, не в гильдии, а в это, вообще у пугов там. И... Нет, да. Другие гильдии на орде. Пуги не дамажат здесь вообще, здесь 3-4 гильдии, которые адекватные, и все, весь остальной сервак, ну, вообще не понимает, что происходит. Ты заходишь в какую-нибудь ЕВК десятку, там ты видишь БМ Ханта, который дает 7к ДПС, ты ему говоришь, что БМ Ханты не дамажит, спекнись, у него 4-4, говорю, спекнись сурва, он говорит, да нет, ты чё, я 25-ки 9 даю. Такой, думаю, все понятно с тобой, ну вот как бы. Да ты про Узихандера, что ли, господи? Не-не-не. Не, просто там... я вот, ну, как помню, у нас вот эти сурвы давали по 15к, ну, блядь. И если убирать каты, как раз вот 12к и выходит. Да, да, сурвы дамажат. Да мы здесь дамажим, по-моему, больше, чем там с катами. Да, кстати, да, я заметил, что здесь реально урон апнутый нормально. Да, тут не сколько урон, ну, блядь, сколько проделанной работы, дохуя. Да, да, просто выжимается здесь все из персонажа. Он зоркий. Урон апнут. Плюс, тем более, здесь дополнительных плюх много всяких появилось, по типу вот этого масла, там, хуя масла, там, всему тому подобное. Да, помимо масла, на самом деле, ничего не добавили этот опыт. Масло. А кольцо, блядь? Добавили триня, кольцо. Масло, кольцо, триня, да, согласен. Плащ. И масло. Плащ еще. Еще масло, масло еще никуда, масло. Блядь. А масло еще добавили? Масло, точно. Кстати, точно масло еще добавили. Да-да-да, масло, масло еще. А камень 15%. Кстати, а вы знали, что на острове масло теперь можно взять себе? Добавили? Да, кстати, масло добавили. Энчантеры могут выучить рецепт на острове делать масло. Если курс. А, кстати, еще можно передавать этот рецепт, чтобы потом создавать масло. Да, и масло еще можно на чес чарить. Слушайте, ребят, добавьте друг друга из чеса. Ну, сказали. Что-то сказали про масло? Вы волки изображали. Подожди, я сейчас говорю. На какие реги там масло вообще нужно? Не, серьезно сейчас. Какие там реги нужны? Там и свечка, кристаллы пропасти, и что-то еще, пыль какая-то. Вроде. Ну ее выгодно продавать, то есть если закрасил ее выгодно. Сколько там? Ну голды за штучку, может, по 20 голды. А, то есть в плюсе, да, будешь? Минус. Минус. Ну, типа реги такие вроде потребительский, но, блядь, кристалл пропасти. Но за масло никто не хочет давать больше, да, чем нужно. Хотя это, блядь, ну, почти 100 АП. Нихуя себе это. Ну, все же масло. А 100 АП откуда? С масла? Да, да, с масла. Да. Которое с острова? Нет. Все, я ебал, закрывайте, пожалуйста. Уже реально уже бесить начинаете. Из моего пупка, мы. Ботинки на Holy Priestile Drew и латы на Ветрика, наверное. Непонятно на кого. Так, а кто у нас, кстати, Рдружки есть у нас? У меня Рдружка есть. Выставляйте сам, лучше на мейне делать. Ребаф на тир бы дать. Ну, у меня на Drew, ну, 30-30. Донт, я тебя не... Ой, Донт, Вайт, я тебя в хиле ни разу не видел. Ты у меня Мишка и Совушка, так что... Что, мне надо спекаться, ловить, чей похуй? Давай, наверное, лучше спекнись, слови, половишь это самое. Блять, как его. Ты лап, лапу, пристабав и рыбу. Я тоже половлю. А рыбу дайте, пожалуйста, господа. Рыбку ставлю, кушать. Ну, Зорки, забавь меня персонально, пожалуйста, своими колдунскими. Так, а я в соло вытяну-то двоих, нет? Не, я пизду, не пошел, блядь. Давай, Войда, а только не вар, блядь. Тут, блядь, ванды пизданешь, уже сорвется. Я Гугуша даст ДПС, блядь. Бафни Гугуша лапу, блядь, по-братски. Помогли. По-братски, а какие реги надо, блядь? Да про обычную лапу, ой, сейчас. О, красава, видишь?
Гугуша, 2400. Больше сможешь, чем в тот раз? О, кстати, вы видели, что типа можно наводить на чужие шмотки? Видите, типа, вот, пишет, у вас еще нет такой модели. Нам похуй. Вот, наверное, будешь мне подал рану бегать, нахуй, и рассмотреть. Собирай все, себя. Тихо. Че кто танчит? Я танчу два белую, ты темную танчит. Текилка руну не взяла. Текилка, но... возьми темный, темный портал. Лес, левая сторона. Цирк тоже. Лос. И лос. Подожди, взяли левый портал. Тыкнули. По команде будете нажимать белый портал, если надо будет. Все, возвращайтесь обратно, блядь. Давайте, чем на пол. Я с кем-то еще буду ловить чипов? Дон будет помогать ловить. А, я со стороны центра, ты с внешней. Все, поехали. Во, блядь, кританул! Дедюша дает крикуши 25. Я сейчас ГП дам, тихо. Так, идите северную точку. Чё у вас за позиционка? Портал в Локовск, зайдите все. Так, минус лок отлетел. Держи своего моба. Готовимся к беспособности. Продолжаем бить. Ничего ты как не надо. Вейт по хп поднес. Быстрее, быстрее поднимай вейт по хп. Кило, зайди поближе. Да, блядь, вы будете сверки ловить? Блядь, чё за, блядь? Я ловлю, блядь. Хуёво ловите, блядь. Упали все. Стакнулись, сдохнули. Стоп, я буду для 3 года бить. Поставь на меня метку, пускай меня заходит. Это пиздец, блядь. Все стоят, блядь, слева вправо. Сфера не ловится, с одной стороны ловится, с другой нет. Дживс есть поставить? Поставить Дживс, потом если я починюсь. О, как ты. Я вижу, вижу. Дон, конфетки. Дон, конфетки пофикси. Поставьте Дживса. Встали, побежали. Факела. Ну, справедливости ради, Гуша дает так же, как и Кубок. Че, может, Вердру спевать? На танчи кто будет? Ты и Сова потанчишь. Ага. Кушайте рыбу все быстрее. Да я так тебя забрать не могу. Че, спевать? Не-не-не-не. Тут за хилом нормально все, просто люди шарики, бля, приебали в рейд, пропустили много. Там 3 или 4 подряд взрыва было, ты ничего не захилишь. Дон, конфетки. Ты можешь полом открывать? Наверное, сейчас муд дам. Поставь на меня метку, люди, чтобы стояли в одной точке. Лапку башницы, по всем. Портал в Локовский, все зайдите. Кстати, все в одной куче стойте. Вадик, готов? Угу. Лапку бафните, вы чё? Брит лапку. По шаману приста баф. Приста баф шаману. Все, короче, на пол. Так, Зоркин, на тебя бзилку сразу, наверное, чтобы не срывал. Все, поехали. Дрыж, текилка, вы свет не взяли? Текилка, дрыж. Блядь, ты красавец. Дурачок.
Готовьте спецспособность, скоро будет. Взяли белый портал. А, нет, стоп, чиню, не жмаем. Почему мне, блядь, ДБМ озвучил? Возьмите. Нормально, нормально. Возьмите, возьмите белый. Кто взял белый портал, возьмите темный быстрее. Прибегите на другую сторону. А че мне ДБМ, блядь, дезинфу дало, блин, не понял. Пожалуйста, встаньте все в одну точку, я вас бога молю, вот печенька. Все стоят в одну точку, что ты кричишь. Да у вас сейчас разбежали, слева просто ловили, справа не ловили. Готовьтесь, беспособность, 5 секунд. Темная, продолжаем. Продолжаем бить, ничего не меняем. Лос получает урон, зеленку пожми. О, сейчас игрок будет хороший у меня. Спецспособность, 9 секунд, готовимся. Смена цели, смена цели. Взяли белый портал, быстрее. Белый портал все стыкнули. С правой стороны белый портал. Тык. Похил приеда. Ничего не... Нажали что ли? Нажали? Нажали. Похил приеда. Сейчас аккуратненько переходим на другую сторону, к темному порталу. Только аккуратненько сверху не ловите. Прохилы тереть во время движения. Прохил приеда. Гимн на хп дали. Гимн на хп сдали. ПД. В точку, так надо? В одну точку, встаньте все в одну точку. Цепнухи шаманы сами по себе. Я возьму, половлю. Давай. Так, блядь, взяли белый порт... Бьем крестик. Ничего менять не надо. Сбил каст. Сбейте каст. Никто тебя не взял хоть? Бейте крестик все, кто там череп бьет. Крестик бейте все. Сейчас уже сам путаюсь. Способность 5 секунд. Готовимся. Это... Светлое, ну нормально все, бейте. Очень... Милый, глубоко жми. Да не, мина когда была. А чё ты, блядь, не протонулся, не глянулся, не забрал белый портал? Блядь, тупите, но, блядь, на каждом шагу, пиздец. Давайте, спецпособность осталось. В следующий раз соло затанешь. Что, на мне агро? У тебя агро миллиард просто. Король? Заебался там. Так, все. Меньшая боешка, нет, стрини нету. Холи Павловская грудак. Блять, надо было на холи пали мне идти сегодня, сука. Блять, начняк. Ты нас забираешь. Раз так и сделай. Так я хотел пойти на холи пали, танков не было. Флэш готов. Заходите вниз, я запускаю босса. Дон, забери. Сколько Гуша дал? Дон, забери. 5,4. Забираю, я резко все. 5,4? Ну, почти как я дал. Кто, я? Гуша. А, господи. Чё, я остаюсь, да, в танке? Нет. Давай в ретрика, будет в танке, босса танчишь, я трэш по танке. Ты, наверное, больше, чем я. Так, сейчас я попробую. На туре? В блок Одесса. Ну только я на полбоя умер, блин. А. Не, ну я просто этот, еще ж сфер ловил. Поставите шкаф возле одну базу, суманите меня. Так, быстренько сейчас кое-что сделаю. Шмотки соберу из банка. Скажи, сколько у тебя будет этого? Процентов 30-40, наверное, больше. Не, не процентов, а
показатель блокирования. Показатель посмотрим сейчас. Да. А вот Раф не умирал. Перебафните пока каску по магам, пристабаф и лапку. Да, сейчас бафну. Саша, просто наведи на блок, посмотри, насколько у тебя урон уменьшится при блоке. Сейчас посмотрим. Ой, бах, спасибо. Ну, сейчас я двоих мобов сразу на себя заберу, посмотрю, как там будет урон давать. Да, ты выдержишь двоих. Не, я выдержу. Тем более тут, блядь, полурейда кливает. Сводите сейчас сразу двух жуков под босс. Ну так я сейчас так и буду делать. Я сейчас я буду попробую. Чисто, я вурсты буду давать чисто падать, когда жуки под боссом. Так ты сильно не врывайся. Ну я копий сдам и бурстам. Я хочу потестить, сколько там вообще пробивать не будет меня. Дайте рыбку. Поставьте шкафчик. Нет, так а правда, что наглая рожа, что этот ГМ или выгоралище, да? Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Как дела? Нормально, у тебя? Кубок, кубок. Мне тут новость сообщили, приятно. Тут ты 5к ДПС дал? Да. Не, ну, Невер потерял. И столько же ГП получил. Я не против. Я всегда рад дать 5к ДПС на вашем персонаже. Это на 1к больше, чем вы даете сами. Спасибо, спасибо, спасибо. Кстати, с тебя 6000 рублей, как ты сказал, на Киеве. Не, я сказал, ведь смог еще. Вы там смотрите, нет? Ну шкаф нам. Как у вас как он стоит? А шкаф стоит. Тыкнуть надо, значит. Все, тыкнули даже. Тебя забагалось что-то, мы сманули уже. Так, у меня блока самого 44% показателя. Короче, 2000 у меня. Нормально, пойдет. Прикрыть. Можно. Конечно. Сейчас вот здесь сейчас еще ничего делаем, наверное. Гречку. Ну попробуй скрабей всех за агрей и пытаться. Так вот, я хочу это потестить сейчас. Не, так вот жуков этих желтых, да хуя собери. А, ну давай сейчас. Не трогать их. Если всех убить, то мультик покажет. Кстати, я убивал, не показал. Ну, вообще, урона не приходит. Кто не приходит? Смотрите, не, приходит, но вообще через один удар еще. Урона слабо заявит. Когда тебе стаков нету. А не вешаешь стаки? Ну, а, это не те получается. Это не эти, да. Сейчас еще больше магии. Ну вообще почти ничего не приходит. Надо чуть-чуть. Надо тринку у меня срочно с блоком. Все, заливайся в трэш. Я тринку сейчас сделаю, все за остров. И вообще будет вообще супер. А что она там прок? Какой у нее? А? Что у нее за прок? Там не прок, там сам блок дает. Постоянно. А сама тринка дает блок, шанс блока, а прожимка на количество блока. Она дает блок, нихуя себе. Это, блядь, жестко. Там тут тринку сейчас за остров сделаю тоже. Я там просто... типа сотка с лишним. Да. Я просто смотрел, там типа 170 стамы вроде такого было тринка. Нет, это другая. Это другая, там есть такая тринка.
Давайте что на пул. Бля, ну пизда. Это самое. Давайте по готовности. ДПМ получу сейчас. Почти, да, ДПМ, давай. О, да. 5, 4, 3, 2, 1. Войд пошел. Пункти на Войда. А кто сбивает? Любой хант. То есть донт. Так сбиваешь же. Донт спи, я был. Я спил. Все, забирай Войдик. Весь пуст никуда. Дэдбич. Снимите в сальву, дайте в него. Дал. Сейчас я проверю, как он был. Осыпите агро. Следующий сэр. Мало блока, надо больше. Растяните, наверное, мобов. Давайте черепочек сорвали. Череп есть все. Не, говно блок, надо больше блока. Мастан только не забудьте дать. А, затанкните, пожалуйста, мобилизованно. А там у нас Бьерн, отлетем. Все, я застал. Стан, да. Дайте мастан. Дал. Быстро, дай, там моба добили. Вот, забери моба. Нового моба. Что ты список поставил? Бой, дашь потом БР по Овдичу. Уводи босса отсюда, сейчас будем дождусь. А умерец, брось. Блять, с этим конченым шмоте вообще броня не убивается, не понимаю. РДД, пошли в сторону озера. Все в сторону озера, бегите сейчас. Собейте там одну... Клешни, беги. Я собью. Спинты, дай. А, хорошо, цирк. Забегай в лужу, клешни. Не, там Боб был. Дали. Дали Боб? Похуй. Обратно вернулись, Рейд обратно вернулся. Я разбиваю уже. Разбивай. Дрич, давай, ты где? Цирк. Дрич, встань, алло. Забегай быстрее в лужу. Быстрее. Обратно к озеру все. Дальнюю разбиваю. Я дам тебе Боб. Все, не забегайте в лужу, Боб дадим. На ком-то. А тут же моб появится. А кто ему? Все, давай. Все, дали, Боб. Центр, собирайтесь. Надо было потом давать. Блять, не успеешь появиться. Забегай в лужу быстрее. Все, успел. Все, в лужу не забегаем следующего. Ждем, пока сейчас босс выглядит. Все, стакнулись. Разбейте одну лужу где-нибудь. Ага, вот заводи. На пулу дайте Войда. Так, я сейчас буду метки ставить. Все, бей фут. Бьем череп. Блять. Это пиздец просто. Забери на себя босс. Ты просто, блять, не давайте нахуй ваши ебаные станы, блять. Не могу раги набираться за вас. Погробуйте, чтобы агро было. Вон мы поиграем. Дайте ребаф попал, пожалуйста. Пока не играйте, я сейчас поставлю. Блять, не сучитесь нахуй, сука. Можете бить череп. Дон, на пулу. Да. Теперь я понимаю, почему, блять, их ставили подальше от рейда, блять. Пилы жестко. Ничего даже не могу сделать. А поставьте урод, разбейте. Боб, дадите Боб по нейру. Нету у меня. Забегай в ложу, забегай. Дам. Все, уже поздно. Успел. Обратно вернулись, не к озеру, от озера пошли. На 2 секунды где-то. Боус, можешь черепочек подальше крепить? Следующий, на ком череп? Черепочек, куда? А, где он? Ну, сверху летает. Забегай в лужу сразу, Боба нету. На пути не стойте, алло. Есть Боб. Милый. На себе. Клешня на тебе. Есть у тебя ускорялка, клешня? Рано прожал, сейчас босс должен появиться, кстати. Да к реке, наверное, уже сразу. Все есть.
Блять, на верочку так стоял. Заводи лужу, лужу быстрее. Я должен басы перевести, блин. Нет, не переведем, ДПС не хватает. Смогали под босса, все зашли. Питомцев своих точно туда завели. Сейчас я скажу, когда там бейт треш. Можете череп заливать. Второго моба бейте. Надо процентов 60 блока набирать. У меня 45. Да, будет четко все. 58 мастер. 58 разве? 54. Да, типа... Нет, не мастер. За врывание готовимся. Подождите, пока не бесит трэш, сейчас поставлю. Заливайте трэш. Блока 60%, да. Я про мастер поговорю просто. Не, мастерка там уже не надо. В сути, там, я смотрел гайд, там без мастерства там танчит его. Трэш это есть. Да, Боб есть? Боба? Да, да. Все хорошо. Раф. Можно лужа, лужа. Подожди, пока неаккуратно. Давай, Боб. Давай. Раф, подойди к луже. Когда останется 2 секунды до окончания Боба, зайдешь в лужу. Все остальные возле реки стойте, возле озера. Рано зашел. Все. Лапу дайте, друиды. Я следующий могу дать. Хорошо, цирк. Стой возле лужи, тебя Боб дадут. 2 секунды до окончания Боба будет, зайдешь в лужу. Жди. А весь рейд обратно туда пошел, обратно в ту сторону. Боб, есть. Жди. Заходи. Еще Боба есть? Да, не надо. 10 секунд. Раф, беги, подальше к стеночке. Не в лужу. Все, норм. Все, забирайте босса, переводите его. Трэш сейчас, еще один, одна пачка трэша выйдет. Надо будет его залить. Под босса с мобами. Только босса бейте, пока трэш. Трэш не трогайте. Зачем, бля, кто фернул нахуй? Я сейчас, бля, своим пальцем потрываю. Задолбали его, хуйня заниматься. Кастеры в мили. Перевели. Давайте в мобов сыграем. В мобов сыграли все? Быстрее мобов. Мобов бейте. Без метки. Метки прохил. Дальше там. Не успел. Да бейте. Мобов быстрее. Мастан дайте какой-нибудь. Паладин, следующий мастан готов сейчас. Давайте, мастан. Бейте еще одного моба, добейте. Все, босс играем. Босс играем. Че ты фир нахуй был? Геру дайте. Геру шмана. Рейд по хп... Невер, Геру. Да есть Гера. Рейд по хп немножко не поднимайте по хп, чисто хильте метки. Посмотри, там все сможет хилить. Метки, главное, прохиливайте. Мело прохил. Ужасно с мобами, просто ужасно все было. Я, блядь, веду и еще даже не успел, блядь, ударить нормально, вы уже хуяли себе, блядь. Ну привыкли просто сразу срывать. Я на танке хожу. Или Нет, так такая-то. Да не, все нормально. Я вообще изначально хотел потестить, работает ли блок нормально у меня с таким процентом. Надо мало. Надо больше сыграть блок. Ну, типа, нет, нормально все было, просто в начале, пока вот это не было, не разбери их, а была херня какая-то. А, такие, блядь, нет, кто у нас? Исполин, давай гимноману. А текила, прихилай. Да, да, за гимноману, это самое. На хп еще можете дать, наверное. Не, лучше на хп не давайте. Меточки просто захиливаются. Можно стопить хил. Все. Гитси. Что там у нас упало? Ура, прошли ЕВКА! Ничего хорошего. Вот да, клечка на танк упала, боешься, можно продать, будет ГБ положить. Бесполезно. Маунт упал.
А у меня уже известный маунт, нихуя себе. Конченый. Кстати, маунт. Давайте маунт порову. Кстати, а есть эксперты, типа... 99 фейка ГЦ. Маунты общие на аккаунт идут или нет? Нет. Блять. На уши только так, блядь, валить. Так, мне нужны люди, которые сейчас будут в кражан. У меня есть, оказывается, на этом персе. Да. А давай мне, не парься, мне можно дать. Отец, я пойду. Сейчас, сейчас оптик, да, забирается? А нет, оптикс и лук. Реролите 97. Девяносто восемь, понятно. Подожди, Мила, куда ли, мы еще и поняли. Да нахуя не...